Так, ребята, всем привет. На Ютубе творится лютая дичь какая-то. В общем, я даже комментарии почитать не могу толком. Вот, поэтому я решил, что буду стримить пока что на Twitch. Ролики не выходили уже больше 2 недель. Или меньше 2 недель. Я уже не помню, когда последний раз выходили. В общем, я сейчас стримлю на Твиче каждый день по 2-3 раза. Можете залетать, ссылочку оставлю в описании. Это для тех, кто меня потерял. Вот, никого не принуждаю. Все добровольно. Кто хочет наблюдать вживую, а не смотреть ролики, обязательно переходите. Всех жду. Всем приятного просмотра. Ну что ж, это Буксанса. Летим Буксанцу. Народу, кстати, нормально падает. Один из... случайно, скорее всего, F нажал, раскрылся сразу. Его, кстати, сбить можно. Вот, смотрите, есть миник. Быстро тут пробежим сейчас. Он еще летит, по-любому. Он там долго будет лететь. Надо патрон сразу найти. Вообще, по идее, проще, наверное, с карика попытаться. А, ну у меня еще X8 есть с кайфом. Так, он еще лететь должен. Это он летит, да? Так, попадание одно есть. Зарегистрировала. Будто бы мы немного долго лутались. Жалко, конечно, что не в голову, но ладно. Бывает. Так, М-ка миник играем на эту катку. Бам! Не убил. Что ж, теперь я знаю, что у меня там в 2 врага. Как минимум. Ну что, он меня прям знатно заспотал. Хорошие 2 головы дал. Ну, кстати, непростой чел. Не дефолтный. Он прям шарит. Сразу пошел в эту сторону смотреть. Что понимает, что я, скорее всего, пойду сюда. Неужто я отсюда... Хотел сказать, с 2 киллами уйду, но нет. YouTube плохо работает, да? Тачка едет какая-то. Даже не знаю, тут какую дорогу сейчас перекрыть. Вот как будто бы... Отсюда, наверное, да, поедут. Только я канистру не взял. А, вот, за дропами поедем. Отлично. Мне понравилось, кстати, с ФАМАСом играть с новым дулом. Прям имба лютая. Я надеюсь, там ФАМАС будет. И надо будет дулу найти. А там уже файт какой-то идет, да? Давайте здесь остановимся. Посмотрим. Тропы где-то за горой тут должны быть сейчас сразу. Нифига себе. Офигеть. Тот чел меня увидит?
Как будто бы поэтому не стоит пока стрелять. Пока что мой друг. Но чел с драгуновым, конечно, капец. Че вешает? Нет, чел, я твой друг, я же говорил. Я же тебе сказал, что я пока что твой друг. Теперь еще глайдер подключился. Ну вы че, блин? Короче, я показываю, как выбесить глайдер. Все, он садится, мы прячемся. Сейчас он снова заведется, и мы снова будем стрелять. Вот так вот надо выбешивать таких. Все, короче, забей. Не буду, ребят, грозу брать. Возьму только этот маскалад в него. Ну что, чел на глайдере решил со мной не драться. Вот я и говорю, как надо с ними драться. Просто чел садится, ты в сейф. Как только слышишь мотор, снова начинаешь по нему стрелять. Потому что иначе это фул бред. Нельзя точно знать, как по глайдеру стрелять. Насколько нужно, допустим, брать от глайдера дистанцию, чтобы попадать. Ориентировки нет. То есть, когда тачка едет, ты примерно понимаешь, там, допустим, типа ты... не достреливаешь или перестреливаешь, а когда глайдер летит, ты это понять не можешь. Потому что визуально у тебя патрон просто пролетает мимо. Так, я хочу на самом деле ФАМАС полутать, поэтому я сейчас за дропом поеду. Я нашел дульник. Дропы скинуть должен. Ну и скорее всего на дропы тоже приедут люди. Так, дропы еще не скинул. А, это вызывной? Это вызывной, да? Или убил, кстати. Опять какой-то глайдерист летает. Это что такое? Это что за херня? Канистры какие-то. Что за канистры, нафиг? Какие-то канистры тут. Все, разбил колесо, перевернуть должен. Про снайпера нельзя забывать. Надо снайпера вальнуть. Мне вот интересно, это все тот же летает или это уже другой? А что тут за канистры-то нафиг? Офигеть, сколько он канистр просто положил. И это еще чел взорвал одну. Еще одна, что? Так, ну тут опять какая-то дичь. Ладно, есть С4. Что ж. Попробуем этот фокус с канистрой.
А, не, не получилось. Не улетела канистра, к сожалению. Тут еще столько... Офигеть, где он столько канистр нашел? Откуда столько канистр, блин? Странно, что тот чел за синьку ушел. У меня еще тут чел. А пойду, короче, сюда. Так, там ног. Сразу доел. Тачка едет. Это контач? Или это Макларен? Это мой... Это мой Макларен. Теперь чел с аугом знает про меня. Ты чё? Совсем? Он меня сбить хотел, прикиньте. Все норм? Где чел с аугом? Вопрос. В будке, maybe? Давайте прокину. Но он бы, наверное, уже смотрел сюда. Он бы сюда смотрел уже по-любому. Ну, у меня зоны не особо много. Поэтому, наверное, стоит даже на глайдере улететь, чел. И на пятерок-то нет нифига. А вот и чел с огом. Я его до сих пор не вижу, на самом деле. А он меня, блин, прекрасно видит, на самом деле. А, ну все. Понял теперь. Надо с него пятерок полутать. Я глайдер тогда все уничтожаю. Тихо, 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 тихо. Меня убьют сейчас тут. Но надеюсь, что нет. Так, ну все, мы пятерок полутали с кайфом. Отлично. БРДМ, кстати, кто-то вызвал. Было два БРДМа, сейчас ноль. Приколдес. Еще дропы лежат. Мне вообще, как будто бы этот пистолет даже и не нужен. Я весь и так дропами обмазан. По идее. Надеюсь, тут меня не закрысит никто. Там чел бежал. Так, ну, большая аптечка, как будто бы мне нужно брать. Так, да кто-то у нас тачка еще стоит. Ребят, договорился уже с миником доиграть, так что давайте с миником доиграем. Чел к будке, да, приехал?
префом попал много мне. Кого-то бы выстрелить вот так вот. Чел? Каска слетела. Каска слетела, блин. Так, ну и все, у меня остался один враг. Чел с болтовкой. Где-то здесь. Что ж, мне надо куда-то правее идти. И мне надо мегу схавать. А, хотя нет. Нет времени на это. Отлично. Стоять! Ты... В смысле, блин? Как он не умер с одного шота? Я еще оружие все скинул. Он мог просто развернуться и меня хлопнуть нафиг. Что? А как он не умер с одного удара, блин? Че, не зарягало? Офигеть. Жесть какая-то. Капец.